Профсоюзы следят за гигиеной на предприятиях. Инспекторы проверяют чистоту туалетов, тягу вентиляции, состояние рабочих мест. Отраслевые первички закупают антисептики. Особое внимание уделяют пенсионерам, ветеранам войны и труда. Ежедневно проводится разъяснительная работа среди сотрудников, в том числе чтение радиолекции на тему профилактики и предупреждения коронавирусной инфекции. Прямо с порога. Тепловизоры и банки с антисептиком Бобруйск Громаш массово закупил еще несколько недель назад. Осмотр на проходной для этих сотрудников стал обыденностью. Температуру тела сканируют утром и вечером у всех без исключения. Мы сами себя защищаем, как бы предотвращаем возможность заражения коронавирусом. Все эти мероприятия, безусловно, направлены на то, чтобы защитить нас, чтобы никакие болезни, инфекции, как говорится, нам не были страшны. Предупрежден, значит вооружен. Тем не менее, медики уверяют, профилактика не гарантирует стопроцентную защиту при любых болезнях. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вот за 3 месяца, у нас нет большого роста, значит, заболеваний органов дыхания. В цехах и административных корпусах дезинфицируют буквально все, к чему прикасаются люди. Ежедневно предприятия перила, дверные ручки и поручни обрабатывают дезинфицирующими средствами, чтобы свести риск заболеваний до минимума. Сейчас руководство холдинга закупает новую партию техники и дезинфицирующих растворов. На других предприятиях Бобруйска также делают все необходимое, чтобы защитить коллектив от инфекции. Максим Кембель, Владимир Гребеневич, Бобруйск 360.